будете отмечать? Да, буду. А каким образом? В кругу кришнаитов, потому что я кришнаит. Мы будем петь Хари Кришна, будем кушать прасад. Это вегетарианская пища. И все это завершится в таком трезвом, веселом и семейном кругу. Нет, не буду. Почему? Да, не знаю. Нет традиции в семье. Нет, не буду. А почему? Чайку попью и лягу спать. Нет. Почему? Хватит одного. Ну, конечно, у меня же день рождения еще будет. Так что мы совместим два праздника. Обязательно будем в семейном кругу. Обязательно будет гореть елочка вся в гирляндах. Возможно, что-нибудь из вкусностей, из национальных блюд мы обязательно готовим юсман на Старый Новый год.